Здравствуйте, дамы и господа. Сейчас я продемонстрирую, какой используется перебор в песне «Батарейка» группы «Жуки». Для начала скажу, что, как играть перебором. В переборе каждый палец отвечает за конкретную струну. То есть, например, указательный палец отвечает за третью струну, средний палец за вторую струну, безымянный палец отвечает за первую струну. Мизинец не участвует, а большой палец используется для басовых струн. К каждому аккорду подходит своя басовая струна. Например, в песне «Батарейка» используются 4 аккорда. Аккорд АМ, к этому аккорду используется 5-я басовая струна. Аккорд Г, используется к нему 6-я струна. Аккорд F, 4-я струна. И аккорд Е, к нему используется 6-я струна. Как это все, в общем-то, выглядит? Показываю перебор. Большой палец, указательный палец, безымянный и средний вместе, указательный палец. Вот и все. И это повторяется постоянно. Бас, указательный, средний, безымянный, указательный, бас, указательный, средний, безымянный, указательный, бас, указательный, средний, безымянный, указательный, бас. Вот так это выглядит быстро. Все это очень просто запоминается. Сначала может показаться, что это сложно, но когда повторяете регулярно, то перебор дается очень просто. Так это, в общем, выглядит конкретно в этой песне. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Ну и так далее. Пою я не очень хорошо, но дело совершенно не в этом. Моя задача просто показать, какой используется перебор в конкретной песне. Надеюсь, это кому-нибудь помогло. Спасибо за внимание, до свидания.